Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру, Роману Бондаренко и всем героям, которые боролись за нашу с вами свободу. И вот хотел бы обсудить с вами такую тему. Вот в сети интернет появилась информация, что польские школьники, дети благодарили и писали письма, рисунки присылали польским пограничникам, полякам. И это очень, так сказать, умиляет. Вот лично меня такое вот поведение детей. И вот посмотрим на белорусскую сторону. Почему белорусские дети не хвалили, не присылали письма, если белорусские пограничники такие герои, если они вот что-то такое геройское делают? А я считаю, что героями в этой ситуации являются польские пограничники, и не так уж не белорусские. Это мое такое субъективное мнение. И очень радует смотреть в сети интернета, как выглядят эти открытки, письма, рисунки детки, которые присылали дети польским пограничникам, полицейским. Очень умиляет это все. И я благодарен полякам за то, что они на данный момент устояли и не сдали свою родину, не дали врагам, так сказать, осквернить границу своего государства. Живи Беларусь! Слава белорусскому народу! И слава польскому народу, который борется на первой линии против Орды в виде Лукашенко и Путина.